И снова с вами Makeda Pro и его автор Александр. Сейчас я вам расскажу о очень интересном плагине, на базе которого можно создать классный, интересный сайт. Речь пойдет у нас сегодня о плагине Car Wash Booking System. Это вот такой вот плагин букинга, при помощи которого можно оформить заказ. Ну, в принципе, привязка здесь основная, как бы стилистическая, просто пошла через Car Wash, через автомойку. Хотя вы сейчас увидите, что этот плагин умеет делать очень много всяких интересных вещей, оформлять, поможет вам оформлять заказы, выбирать время записи на ту же самую автомойку. Ну и я немножечко расскажу вам о том, как в принципе его можно применить. Ну, ссылку на... Я сделаю так, я выложу под этим видео ссылку на статью. Ну, а дальше вы уже сможете из статьи, в конце статьи есть ссылка непосредственно на этот плагин, поэтому вы можете перейти, посмотреть демо и уже принять решение по поводу его покупки. Стоит он недорого, $25, но он очень функциональный, очень интересный и поможет вам сделать... Очень интересный ресурс, очень интересный сайт. Ну, по сути, в принципе, очень хорошая задумка, как для сайта автомобильной мойки. В принципе, я в своей статье описал, как вы можете действовать, создать сайт, кому его предлагать. Если вы, допустим, занимаетесь созданием сайтов и уже прямой продажей готовых ресурсов, есть такие люди, то, в принципе, с этим плагином вообще проблем никаких не будет. Вы просто берете, делаете сайт какого-то определенного дизайна, определенного стиля, и просто туда вставляете этот плагин, добавляете его, вставляете на страницу, вводите данные, получаете то, что вы сейчас увидите. Значит, плагин очень легко переводится. Здесь идут переводы, заготовки, файлы по... Соответственно, есть у меня урок по переводу при помощи программы по Edit перевода шаблона. Точно так же переводятся и плагины. То есть берется по файл, либо под шаблон. Переводится, компилируется MO, и два этих файла закидываются. Есть все, этот урок у меня есть на канале, поэтому можно посмотреть, там ничего такого сложного нету, это очень много времени у вас не займет. Вот он наш плагин, вот его описание, выводится шорт-кодом в любом месте, то есть с этим проблем нет, очень легко переводится. Простая очень админка для того, чтобы заполнить какие-то, внести первоначальные данные, потом, которые будут отрабатываться непосредственно в контакте с человеком. Есть уже варианты иконок, поскольку это у нас, ну, сакцентировано внимание на автомобильной мойке. Хотя, в принципе, применить его здесь можно уже как кому хочется. И, в принципе, ограничений здесь никаких нет. Давайте сейчас посмотрим демо. А потом я объясню, что еще из него можно слепить и что из него можно соорудить интересного. Вот он такой плагин. Вот это вот система букинга, система оформления заказа с той же самой автомойки. Как она выглядит? Вот здесь у нас есть три примера. Сейчас мы посмотрим, быстренько пробежимся. Вот интересно сделано. Выбираем тип транспортного средства. То есть, ну, стандартный размер автомобиля. Там, грубо говоря, там назовем это класса А и Б. Средний размер автомобиля. Это уже, наверное, будет С, класс Д, Е класс, С. Возможно, даже здесь будет А, Б, С. D класса, здесь уже пойдет E и S, соответственно, от этого уже будет плясать стоимость. Дальше пошли компактные кроссоверы, SUV, минивены, пикапы, грузовички, ну и, соответственно, уже карго, это идет у нас коммерческая техника, грузовички, то есть, ну, по большому счету, грузовички, которые въедут на мойку, назовем это так. Вот уже разработаны wash packages, то есть есть какая-то шкала, градуировка по работам, грубо говоря, помыть какой-то конкретный автомобиль стоит там столько-то денег. Либо, допустим, автомобиль любого размера можно помыть за определенную сумму, но, соответственно, это будет там внешняя мойка, сбить керхером, обдать пеной, еще раз сбить грязь и даже не вытирать. То есть вот есть, при помощи этого плагина вы можете все расписать. Чем плагин прикольный? Первое, пишется цена. Кстати, внутри я подсказываю вам, что валюты можно менять. То есть доллар здесь, долларом все не ограничивается.
можно менять валюты, и это вообще не проблема. Цена, стоимость услуги, время, которое затрачивается на эту услугу, и непосредственно расписано то, что входит в нее. Внешняя мойка, там, сушка, натирание, начернение колес. Ну и здесь, соответственно, за вот эти вот деньги все это меняется. Давайте выберем, это у нас базовый такой подход, автомобиль обычного размера. Давайте выберем, ну, минивэн помыть решили мы, например. Оп, у нас здесь сразу же изменились цены, сразу же мы видим, изменились затраты времени, человека, часов. То есть это все учитывается. Человек, который захочет помыть автомобиль, он зайдет и увидит, так, хорошо, классно, вот это вот выбираю, допустим, у меня там внедорожник, так, вот 35 минут, вот мне там помоют за $20 практически, вот то-то вот сделают. Ага, устраивает, отлично, сделал отметку. Дальше, если хочет человек, допустим, заказать какие-то дополнительные услуги, здесь сразу же пишется, что это за услуга, сколько времени она займет и сколько это будет стоить. Человек делает выбор, он выбирает. Затем идет у нас запись непосредственно на конкретную дату, на конкретное время, что тоже удобно. То есть выбирается конкретное время, человек записывается, и мы получаем в результате вот такую вот штукенцию, то есть итог. Ну, допустим, я владелец внедорожника, я хочу вот мойку Deluxe, я выбираю ее, есть, чекбокс сработал. Дополнительно я еще хочу выбрать, ну, освежитель, там, освежить салон, там, какой-то там поменять освежитель. Так, я его выбрал, то есть, там стоимость прибавляется. И я хочу, например, помыться там, ну, грубо говоря, там, в понедельник в 3 часа дня у меня будет время. Я сделал выбор, и в результате я получаю все это, суммирую. После этого человек вводит имейл, номер телефона, пишет сообщение. Ну, там все что угодно. Я приеду на мойку, и у меня в руках будет журнал «Огонек», а у меня будет у моего автомобиля 5 выхлопных труб, но чтобы вы ни с кем не перепутали. И потом и подтверждает, человек подтверждает заказ, введя все эти данные летят к вам, и, соответственно, вы получаете себе клиента, вы ставите его в очередь, вы его записываете, и все, вы готовы к работе, вы ожидаете своего человека, вы сделали свое дело и зарабатываете деньги. Давайте посмотрим второй пример. Здесь у нас красный цвет, здесь у нас будет другой цвет. Ну, по большому счету, этот плагин больше подойдет, конечно, для автомобилей. Я просто еще хотел сказать о том, что, ну, здесь, видите, даже тяжелая техника есть. Есть просто еще плагины аналогичных Booking System, а вот эти системы букинга, там немножечко по-другому все сделано. То есть можно из этого сделать, ну, как бы, в принципе, и здесь, по большому счету, здесь тоже можно изменить тематику. Допустим, возьмем, к примеру, салон красоты, маникюр, педикюр, макияж, там, прическа, массаж, это все можно сделать, все эти картинки можно поменять, соответственно, у вас там тоже будут затраты времени какие-то, будет какая-то стоимость, и вы все это можете сделать, все это изменить. Я читал документацию по этому плагину, там это все указано о том, что, ну, как бы, любая тематика, она меняется без проблем, меняются иконки, и все будет классно. Так, теперь расскажу о том, что вот мое видение того, как с этим нужно что с этим нужно делать и куда нужно бежать. Отлично подойдет использование этого плагина для людей, у которых есть своя автомойка. Это понятно сразу. Есть автомойка, запилили сайтик, всунули туда этот плагин. Если у вас, например, есть сайтик, который работает вообще отлично, плагин добавили, у вас идет заказ через сайт. Плохо? Вообще нет, это хорошо. Второй вариант реализации возможностей. Вы ищете сайты и просто предлагаете человеку модернизировать этот сайт, объясняете ему, что мир не стоит на месте, о том, что человек может сделать заказ через интернет, он не должен там звонить, он может не увидеть телефон, который написан на сайте мелким шрифтом, либо еще что-то. Ну, как правило, что? Как правило. Я не исключаю варианта того, что есть, допустим, хороший сайт и вот с такими
с такой системой заказа построенной. Ну, как правило, это какой-то там одностраничник, там максимум стараются растянуть этот сайт там, на 2, 3, 5, 10 страниц. На каждой странице расписывают о том, как классно они моют автомобили, какие средства используют. Это все текст, это все понятно, что это нужно для SEO-продвижения, для продвижения в поисковых системах, мы это все прекрасно понимаем. Но чем плоха вот эта вот форма, которая будет еще добавлена на сайт? Ведь если вы хорошо помните, я не знаю, смотрели вы вебинар Сергея Кокшарова о том, как увеличить посещаемость какой-то конкретно отдельной записи либо статьи, там буквально 50 человек в первый месяц или что-то такое. Вот есть у него вебинар, посмотрите, очень полезный. Там очень четко сказано о том, что высоко ценятся страницы, вот, например, с таким контентом дополнительным, который будет привлекать дополнительное внимание людей и расширять функционал вашего сайта, функциональность страницы. То есть можно запилить какой-нибудь калькулятор на страницу, либо добавить вот такой вот вариант плагина, где человек будет пользоваться этим плагином, будет делать заказы, соответственно, вот если вы можете продвигать по-хорошему какого-нибудь высокочастотнику, непосредственно вот эту вот страницу, на которой расположен этот плагин, там как калькулятор, Booking System, найти правильные ключевые запросы поисковые, ключевые слова, поисковые запросы и продвигать эту страницу, человек будет попадать на эту страницу сразу, опа, а, допустим, этот плагин можно разместить и на главной странице, особенно как бы не мудрствуя лукаво, взяли, разместили на главной странице, он зашел и сразу видит такой функционал, это реально круто. Ну, естественно, добавить текста для поисковых систем, красиво, правильно, хорошо написанный, и продвигайте такую страницу, то есть все по канонам, как учил великий могучий, то есть все правильно, все четко и все ориентировано на клиента, ориентировано на поисковые системы, то есть это то, что вам нужно. Ну, тем более, учитывая те же самые $25, это небольшие деньги. Так, это мы сказали о том, что можно, например, реализовать это непосредственно на своем сайте. Можно это реализовать как дополнительную установку, если, соответственно, речь идет о плагине, это плагин для WordPress, соответственно, мы говорим о возможности реализовать функции этого плагина на сайте WordPress. То есть вы можете найти владельцев автомоек, у которых есть сайт, и может оказаться, что это сайт на WordPress. Вы можете смело писать письма, делать коммерческие предложения. Если это ваш город, ноги в руки пошли продавать свои услуги, приходите, показываете вот это вот демо, рассказываете, что это будет выгодно, о том, что это будет удобно. Тот же самый плагин, например, там стоит $25, естественно, вы одну копию, один экземпляр под один сайт, то есть $25 вы тратите на плагин и еще, грубо говоря, там долларов 50 закладываете в свою работу. Ну, округляете, получается, это вся работа в $100, по большому счету это, ну, не очень много, зато человек получает такой функционал. Ну, естественно, умеете продавать, то есть объясните человеку, что, ну, это как бы достаточно такое интересное программное обеспечение, вот оно имеется, его нужно установить, правильно настроить, то-то-то. То есть на самом деле у вас на это все уйдет там буквально день, может быть меньше. Вы переведете этот плагин, у вас уже будут готовые файлы перевода для того, чтобы продавать следующий экземпляр. И купили, предложили, показали, как это работает, установили. Ну и еще один вариант, конечно, можно просто сделать готовый сайт на WordPress. Красивый выберите дизайн, какой-нибудь шаблончик, премиальный, бесплатный, решать уже вам. Главное, чтобы вы красиво вписали вот этот плагин, чтобы он красиво смотрелся на странице. Напишите хороший продающий текст, правильно оформите, оптимизируйте страницу, сделайте, грубо говоря, этот сайт, ну, на каком-нибудь там, я не знаю, на Денвере, либо еще на чем-то, на локальном хостинге на каком-то, в ноутбук, на ноутбук под мышечку, ноги в руки и пошли продавать. Вот пришли и сказали, это стоит $100. По большому счету для владельца автомойки, ну, нормальный, успешный, который разбирается, есть очень много владельцев автомойки, допустим,
современные умные молодые ребята, которые поймут, что $100 это не деньги, за такие деньги покупить, получить такой прикол, такую фишку на своем сайте, вообще замечательно. Учтите, что есть, например, сайты каких-то СТО, мастерских по ремонту, допустим, кому-то принадлежит здание на 8 боксов, два шиномонтажа, развал схождения, ремонтные боксы и есть бокс автомойки. Почему бы не предложить им сделать сайт, если у них их нету. Просто вы делаете сайт для этого комплекса, и вы внедряете еще дополнительно этот плагин, дополнительно еще на этом зарабатываете. Да, они будут только рады, будут плясать и будут радоваться, что у них появился на сайте такой прикольный функционал, потому что вот эти вот все визуальные решения, люди все это любят, понажимать вот эти вот кнопочки, оно же интересно, что у них получится на выходе. Сейчас все пользуются смартфонами, у всех есть интернет, там 4G, 3G, еще там какой-то. То есть, соответственно, грубо говоря, из машины можно сделать заказ и записаться на автомойку, если нет возможности там связаться по телефону, либо телефон на автомойке занят. Очень часто бывает такое, что телефон на автомойке занят, ты туда не дозвонишься, поэтому ты зашел на этот сайт, зарезервировал себе время, и ты уже точно знаешь, либо с тобой свяжутся и подтвердят твой заказ на какое-то определенное время, либо с тобой не свяжутся, это значит, что ну, заказ дошел, его оформили, все, тебя ждут. То есть делаете уже готовый сайт на локальном хостинге и чешете его продавать. Просто предлагаете, продаете. Во-первых, вы продаете сайт, вы зарабатываете на этом. А во-вторых, вы продаете еще вот этот плагин. Соответственно, если у вас стоимость сайта вырисовывается какая-то, ну, очень интересная, и у вас заложена уже здесь стоимость, эти $25, заложена стоимость этого плагина, ну, вы зарабатываете нормально, и вообще вопросов нет. Поэтому проштудируйте вот эти вот все автомойки, проштудируйте мастерские, можно покупать, спокойно этот плагин использовать и шуровать, и зарабатывать деньги. Для семьи, для детей, на игрушки, на шубы, на новые туфли, на косметику. И чувствовать себя успешным человеком. Поэтому никаких проблем и преград для этого не вижу. Ну, естественно, тут уже должны включаться ваши какие-то качества как продавца. Если вы человек не контактный, не коммуникабельный, естественно, вы можете отослать просто коммерческое предложение непосредственно на нужную автомойку, на какой-то комплекс с определенными услугами. Если у вас есть желание, есть вот эта вот предпринимательская жилка, умеете подрассказать, пожалуйста, на локальном хостинге сделали, принесли, человек захотел, увидел, заказал, а у вас по большому счету заказывать ничего не надо, вы просто определяетесь с доменным именем, переносите сайт, делаете SEO-оптимизацию, еще, допустим, там, ну, SEO-оптимизацию в плане того, что там, допустим, определяйтесь, по какому городу, по какому региону будете работать. И упустил мысль, забыл что-то, хотел очень быстро сказать. Ну, то есть, вот продаете вот эту вот услугу и людям хорошее дело делаете, и себе деньги зарабатываете. Вот, по большому счету, и все. Желаю вам хорошей работы. Вот о чем я хотел сказать. Вы можете, допустим, у какой-то автомойки может не быть сайта, либо этот сайт может быть какой-нибудь допотопный, затрапезный, страшный какой-нибудь там HTML-чик, который вы совершенно случайно нашли там на 25-й странице поиска. Вы человеку еще подрасскажете о том, что такое вообще сайт, для чего он нужен, каких успехов добиваются люди, что это все классно. Можете пришпандерить сюда, естественно, вы будете снимать и получать номера телефонов, можно организовать смс-рассылку, можно организовать рассылку по имейлам. Для этого есть у меня статья в блоге по сервису SendPulse, пуш-сообщения. Есть в этом сервисе возможность рассылать смс-ки, рассылать, делать рассылку по электронным адресам, по почтовым ящикам. Соответственно, вы объясняете человеку, вот вы пришли продавать, вы делаете человеку новый классный сайт, вы ему добавляете вот этот функционал и разбавляете это еще возможностью
почтовой рассылки, либо смс-рассылки. Вы зарабатываете на том, плюс вы еще можете подсадить человека на какие-то на какую-то административную деятельность, присматривать за сайтом, ежемесячно еще будете получать какую-то копеечку, потому что будете присматривать за сайтом, как он будет работать. Если нет человека, ну, соответственно, здесь вытекают еще и рекомендации по хостингу, партнерские программки какие-то можно подключить. То есть вы получаете вот этот вот офигительный комплекс при подсаживании человека, если это хорошая, успешная мойка с комплексом, потому что сама по себе это автомойка, которая находится где-то на выселках, она может быть никому не интересна, и ее там все знают, местные, она там где-то в огороде находится, местные все туда едут и обслуживаются и моются. А другое дело, если это в центре города, конкретно крупный комплекс автомоечный, например, там находится, плюс СТОшки, соответственно, деньги есть, и можно какую-то их часть потянуть из человека, сделав ему хорошее дело, и он получит качественный продукт. Как бы это все правильно, это бизнес, так должно быть. Главное, чтобы вы не упали лицом в грязь и сделали красиво, все качественно, и все вышло у вас шикарно. То есть для зарабатывания денег вот непосредственно на этом плагине вопросов нет. У вас не будет проблем, если вы, допустим, работали в автобизнесе, у вас могут найтись какие-то там знакомые, друзья, товарищи, кто вам кого-то посоветует. Вот есть хороший парень, там может сделать. Поэтому, ребят, здесь полет фантазии просто очень долгий, очень буйный. Я тут могу часа два разговаривать на эту тему, как это все сделать. Вот вам плагин. Я вам дал удочку. Пожалуйста, ловите рыбку, она здесь есть, особенно в крупных городах, не в очень крупных, в каких-то средних городах, где есть. Вот самый главный момент, на который надо давить, по автомойкам всегда большая конкуренция. Вот вы приходите и говорите, я могу убить ваших конкурентов. Вот мы делаем сайт, то-то-то-то-то, мы живем в 21 веке, поэтому, ребята, давайте сделаем, замутим, все будет классно. Если вы делаете качественно, отвечаете за свои слова, вам будут верить, поверьте мне. Если вы зарабатываете тем, что вы создаете сайты, у вас будут клиенты, сарафанное радио отлично отработает, и вы будете зарабатывать свои деньги постоянно, регулярно с этим плагином. Либо вы внедрите какой-то другой букинг-плагин, там будет в следующий раз не автомойка, допустим, у хозяина автомойки есть еще жена, у которой салон красоты. И берем, ищем хороший букинг, либо используем этот плагин. И все, только здесь вместо картинок там будут какие-то ногти, пальцы, прически, красивые девочки, вот такие вот контурные картинки. И все будет классно, и вы уже конкретно приближенный человек, администратор, который занимается сайтом, ресурсом какого-то человека. То есть нет ничего невозможного. Есть такая поговорка. Нет ничего невозможного. Просто на невозможное нужно немножко больше времени. Вот и все. Ссылку на страницу, на которой описание этого плагина находится и демо, я оставляю под видео. Давайте, дерзайте, работайте, зарабатывайте деньги. Всего вам хорошего, будет много интересного. Подписывайтесь, я вам помогу заработать эти деньги. Всем пока!